Привет, мои девчонки хорошие, вы уже увидели, что я в секонд-хенд. Сегодня 49 гривен за килограмм. И первое, что я встретила, вот такую куртку в сливочном оттенке. Белой ее назвать нельзя, это итальянская куртка. Вы уже видите, в размере 53. И вот такая испачканность есть, такое пятнышко небольшое есть на этой куртке. Но я думаю, что это пятно можно легко вывести, тем более светлая куртка. Дальше вот такая куртка, еще одна светлая, и она как стеганая. И одна из тенденций нынешнего сезона — это короткая куртка, у которой широкий рукав. Стеганые куртки тоже не списываются еще пока. Куртка в стиле милитари, цвета хаки, и это не просто понятная вещь, это миллион идей для стилизации. Такую куртку можно носить с белыми кружевными платьями, кожаными брюками, нежными босоножками, грубыми ботинками, можно и с леопардом. При этом вещь очень простая. Если вы не любите экспериментировать, то можете носить ее просто с джинсами, которые обязательно есть у вас в гардеробе. Следующее — это пальто, и очень хотелось бы мне, чтобы это была шерсть, но это, девчонки, обычный хлопок. Пальто черное, средней длины, по текстуре ткани уже можно судить, что это не шерсть. Двубортная, красивые пуговицы, накладные карманы, стандартный рукав, и красиво будет смотреться тоже в образах. Вот так я сегодня ходила на работу, и это я, девчонки, в обеденный перерыв заскочила, чтобы вам немного поснимать, так как уже давно не было видео. И что я взяла с собой в примерочную? Я взяла наподобие такой туники, накидки, как у меня, вот такая с воротом. У меня ворот, он глубокий и больше как открывает зону декольте. Здесь же ворот закрывает горло. И актуально смотрится в нынешних моделях. Очень много дизайнерских решений, стилизации вот именно с таким воротом. Это, вы видите, не натуральная ткань, не натуральный состав у данной туники. И приблизительно точно так же смотрится, как и моя. Ну, мне сейчас это нравится. Примерочную я взяла еще вот такую светлую куртку цвета слоновой кости. Очень уж этот цвет сейчас актуален. Многие из вас просят меня приобретать вещи именно в таких оттенках. Беж. И она укороченная. Обычная плащевка. И захотелось мне посмотреть на себя именно в такой укороченной куртке. Почему бы и нет, если нам секонд-хенд дает такую возможность. Никто за это денег не берет, и мы можем просто поэкспериментировать, примеряя ее на себя. Весна позволяет нам носить объемные куртки. Я сейчас ее подвязала поясом, но в весенний период это можно делать и нараспашку, создавая многослойные луки. Можно экспериментировать, так как уже тепло будет, солнышко нас согревать, и нараспашку мне нравится гораздо больше, чем под пояс. Наподобие такой вещицы с горлом, с отворотом, я нашла в акриле, по-моему, акрил, сейчас покажу вам бирку, но это уже такая как жилетка удлиненная, что ли. Очень классная вещица, смотрелась бы шикарно, если бы был натуральный состав, а у этого жилета уже был заношен вверх. Можно бы было справиться с помощью машинки для катышков, но я не рискнула брать такую вещицу. У меня уже есть похожее подобное в гардеробе для продажи. В свой магазин Instagram я бы такое не взяла, так как оно поношено. Но, соответственно, что хотели за цену в 49 гривен за килограмм. Данная куртка, например, вышла у нас всего лишь 28 гривен, а вот этот жилет 20 гривен с копейками. Ну а сейчас хочу вам показать, какую я готовила чечевицу.
по рецепту моей итальянской свекрови, канала, о котором я вам говорила ранее, очень мне понравилось. Вот так это выглядело у них, и у меня получилось скопировать. Но это я немножко отступила от темы, нагоняю вам аппетит, девочки. Чечевица, кстати, очень полезна. Но сейчас я уже на день завоза, на этой неделе. Вот такие итальянские сапоги. Не смотрите на вот эту грязь. Эта грязь, это ровным счетом обыкновенная пыль. Она легко удалится при смытии с какой-либо пенкой, шампунью. Да, итальянские, подошва полностью новая, как будто бы их не носили, и в размере 37. У меня есть девочка, которая носит такой размер, и я ей их сфотографировала, отправила, она была готова их купить, но когда на следующий день я пошла за ними, то их уже, к сожалению, не было. Сейчас даже не могу вам обещать, девочки, что могу пойти и купить данную вещь. Настолько много у нас сейчас развелось молодых людей, да, именно молодых людей 17, 18, 30, 35 лет, которые толпами забегают в секонд-хенд, выхватывают все для перепродаж. Я не то что не успеваю купить, я не успеваю вам даже отснять что-нибудь интересное, все разметают, просто разметают на глазах. Дальше перейдем к курткам. В этот день я снова поснимала куртки, и это светлая укороченная куртка, ветровка, и она, скорее всего, в маленьком размере, это 44-й наш, к сожалению, не европейский размер. Отделка на манжетах, отделка на поясе, снова цвет хаки. И цвет хаки всегда смотрится стильно. Мы прожили без этой модели несколько сезонов. И вот эта модель снова возвращается в моду. Стеганые куртки смотрятся элегантно. Поэтому они идеальны для делового стиля. И здесь их оказалось очень много. Куртка пальто выглядит как пальто, но может быть выполнена из материала, который используется для пошива курток. И плюс принт, вы видите, принт-клетка. Это позволяет нам работать с сочетанием принтов для создания какого-либо красивого образа. Ну и то, что осталось в отделе сумок. Вот такой ремень шикарный мне попался, это кожа. Он с исполнением многих таких бляшек, цепей навесных и очень-очень тяжелый, девчонки. Конечно, в петли для ремня на брюках он, мне кажется, не проденется. Его нужно будет надевать просто сверху. И меня прямо заинтересовала его цена. Вот такая сумка соломенная. Сейчас это, кстати, на лето будет очень модно. Я подумала, может быть, взять ее и заменить вот эти цветок, навесные бусины, преобразить ее, и она заиграет другими красками. Вот такая еще одна, но она была немного в пыли. И я подумала, если ее простернуть, то, возможно, смоется цвет краски. Она как окрашена. И я думаю, что после стирки она потеряет тогда свой вид. Я побоялась эту сумочку брать, хотя она очень-очень интересная и актуальная на лето. Вот такие соломенные плетеные сумки – это будет тренд сезона в этом году. Это просто как сумочка для детской обуви, например, в школу, очень хорошая. Я не знаю, возможно, девочки, что-то и сохранится. Вот такая сумка с дырой вы видели. Вот эту я еще текстильную рассматривала как вариант. Она бы красиво смотрелась в образах, но она не имеет форму. Даже сейчас, чтобы вам ее продемонстрировать, я долго укладывала клапан. Он меня не слушался. Небольшие ручки, и то, что она не имеет форму, наверное, как-то меня остановило при ее покупке. Хотя леопардовый принт очень бы красиво смотрелся в образах. Я уже представляю и много видела таких луков с такой сумкой.
это вечерняя сумочка на цепочке под какое-то вечернее платье, была бы очень актуальна, но я не взяла ни одной сумки в этот день, девчонки. А ремень все-таки попыталась взвесить и узнала его стоимость. Вот так он бы стоил, это 80 гривен на гривны. И плюс, что он очень тяжелый. Это какой-то нужен то ли парень под него, наверное, чтобы такую массовость на себе носить. Ну а дома я вам сейчас покажу рубашку. Помните, я вам показывала ее в секонд-хенд и говорила, что куплю в последний день. Да, я так и сделала. Это рубашка от дизайнера Нейл Боретти. Он 5 лет работал с Гуччи. Нейл не побоялся внести свое предложение директору Прада и отшивал там свою линейку одежды. Я так довольна, что я все-таки ухватила эту рубашку. Сочетаю ее с широкими брюками на защипах, а также с кардиганом, шерсть. Черный кардиган и черные брюки плюс белая рубашка – это классика. У кардигана 70% шерсти, 20% ангора. Эти вещи, девчонки, есть у меня в магазине Instagram, ссылка на который есть в описании под видео. Буду рада, если вы добавитесь ко мне в друзья в Instagram в качестве моих покупателей и также просто друзей. Всем пока, целую, до новых видео!